Здравствуйте! Вы на канале «Современные родители». Сегодня на обзоре летняя коляска-трость Пэк Перегу Плика Мини. В описании к видео оставлю ссылки на лучшие цены этой коляски. Я очень старалась при создании данного обзора. Надеюсь, вам понравится. Буду очень признательна, если вы поставите лайк и подпишетесь на наш канал. Коляска Пэк Перегу Плика Мини Классик – образец практичности. Ее без труда можно сложить даже одной рукой и разложить, не нагибаясь. Благодаря небольшому весу 5,7 кг коляску легко транспортировать. Возможность опустить спинку практически до горизонтального состояния и возможность поднять подножку увеличивают спальное место для отдыха ребенка в пути до 87 см. Верх сиденья оснащен специальными ушками, которые защитят маленького пассажира от возможных ударов. А пятиточечные ремни безопасности надежно зафиксируют малыша во время ваших перемещений. Раздельные ручки. Ручки коляски можно отрегулировать по высоте уже для вашего удобства, а прозрачное смотровое окошко в капюшоне дает возможность вам наблюдать за ребенком во время прогулки. Так как это самая легкая модель семейства Плико с шириной шасси всего в 49 см, с ее транспортировкой и складыванием сможет справиться любой родитель, даже с малышом на руках. Несмотря на свои небольшие размеры, позволяющие проходить в любые дверные проемы, двери автобуса, лифта или метро, коляска сохраняет весь функциональный набор современных прогулочных колясок. Передние поворотные колеса наделяют коляску высоким уровнем маневренности и проходимости. Сложенную коляску вы сможете переносить за специальную ручку или катить впереди себя и за собой на задней паре колес. Обивка коляски из современного материала, которую можно легко снять и постирать. Объемный козырек со смотровым окошком защитит от солнца во время прогулки. Высоко размещенный на легкой и прочной алюминиевой раме под сиденьем корзине для вещей ничего не перепачкается. В отзывах к этой модели минусов нет, одни плюсы. Проверенный бренд. Цена не кусается. Красивая немаркая расцветка. Весит чуть более 5 кг. Благодаря резиновым колесам почти бесшумное. Сиденье широкое, удобное. Ремни пятиточечные держат крепко. Кнопка тугая, ребенок не отстегнется сам. Легко складывается. Возможно, вы станете или уже стали владельцем данной модели и поделитесь в комментариях с нами своим отзывом о коляске. Все лучшие цены на эту модель находятся в описании под этим видео. Надеюсь, что обзор был вам полезен. Буду очень признательна, если поставите лайк и подпишитесь на канал. До встречи в следующих обзорах. Всего наилучшего!